Сегодня произошло трагическое событие в городе Алматы. Ранним утром 5 часов 33 минуты произошел пожар по улице Ади Шарипова, дом номер 86, где произошел пожар. В результате пожара погибло 13 человек. После получения сигнала в 5 часов 33 минуты подразделения Государственной противопожарной службы экстренно прибыли на место. К моменту прибытия в основном все находившиеся в помещении граждане были самоэвакуированы и эвакуированы с помощью подразделений противопожарной службы. В результате проведенной разведки в подвальном помещении были обнаружены 13 тел погибших граждан. Пожар произошел в коридорном помещении подвала. Под хостел были приспособлены подвальные помещения и первый этаж данного сооружения. В подвале находилось большое количество соскладированных матрасов ортопедических. Они и создали большую пожарную нагрузку. Действительно, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись и их спасти нашим пожарным. Хотелось бы отметить, что данный хостел, он был преоборудован под хостел буквально короткое время назад, полтора месяца назад, без всяких разрешительных документов. Арендодатель – это Халыкбанк, помещение, которое находилось под арестом, отдал это помещение под нужды арендодателя. Арендодатель использовал данное помещение под хостел, что является также нарушением. Те люди, которые потеряли своих близких, они извещены о том, что их родственники погибли. Все тела погибших опознаны. Сейчас все должностные лица, которые входят в состав комиссии, активно приступили к проведению работ по исследованию причин возникновения пожара, определению виновных, определению ответственных должностных лиц за произошедший пожар. В рамках проводимой работы будет вся исчерпывающая работа будет проведена и доведена будет до логического конца. И те люди, которые являются виновными в данном происшествии, будут привлечены к ответственности.